В 11 часов дня мне позвонила знакомая девушка Катя. Катя, спасибо огромное, сразу передам за одеялки для приюта. Они ехали с мамой из деревни и увидели, у нас есть деревня Ясновая, не доезжая на обочине сбитую собаку. Но, соответственно, Катя давно помогает мне в Одноклассниках, мимо она проехать не могла. Она позвонила мне, я сказала, аккуратно берем и везем ко мне. Я понимала, что клиники сегодня не работают. Я позвонила в Новомосковск, они до 3 мы не успеем просто. Ни физически, никак. Кобелек, возраст лет 7-8. Немолодой, пахнет домом. Жуткими болями, что было из-под ручных средств накололи, ездила, покупала ему еще Викасол кровоостанавливающий, потому что, как всегда говорю, мы же не знаем, задеты органы или нет. Даже не знаю пока ни имени, ничего. 2 часа я с ним просто каталась по городу и понимала, что сегодня Новый год. Сегодня Новый год, все гуляют, все заботятся о себе, о праздничном столе. А мы просто катаемся и не понимаем, что нам делать, как быть. Или и вообще, что делать? Я сегодня, у меня праздник, простите, но его нету. Нету ни праздника, нету ничего. У ребенка я предполагаю, что... Да не предполагаю, я уже понимаю, что переломан позвоночник. И как быть? Как быть? Соответственно, я не нашла никого, чтобы хоть кто-то откликнулся в новогоднюю ночь и взял себе на передержку этого славного, милого песика. Дом у меня полон. При всем при этом 2 инвалида. Но, соответственно, выход один только, только к себе. Бросить я животное не могу, нуждающееся в нашей помощи. Усыпить, вы знаете, я тоже не могу. Я не давала ему жизни, и такое решение я никогда в жизни не приму. Я просто не Господь Бог, и я не могу взять на себя такое вот какое-то решение. Но и коснувшись клиник, мы поехали в клиники. Клиники, к сожалению, у нас все закрыты. Усыпление – это не про меня, потому что я потом очень долго буду переживать, помнить взгляд этой собаки. Я просто не смогу себе такое позволить. Ну вот. 4-го мы едем в клинику с Кирой. Ой, и с Клёпой. 2-го, если будет открыта Витера, я... отвезу обязательно собаку в клинику Новомосковск Витеры. Хотя бы, чтобы сделать первичный осмотр, сделать снимок. Но, как всегда, я обращаюсь к вам. Вот такая у меня новогодняя ночь, к сожалению. Ну, не думала, что в уходящем году будет вот случиться такое в последний день поганого 20-го года, что случится вот именно такое. Обратились именно ко мне, потому что меня знают и знают, что отказать я не могу. Я обращаюсь, как всегда, к вам. Вы уж меня простите, что это последний год года, простите за сумбур, но в голове просто ничего не укладывается. Я, как всегда, мы, как всегда, надеемся и ждем вашей помощи для этого милого пса. Лекарства все я подключила, насколько возможно. Но без вашей помощи мы не справимся. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.